Всем привет! На одном из сайтов нашел информацию по антенне Enfit. Попробую сконструировать. В наличии у меня такого колечка не нашлось. Нашел только с проницаемостью 2000. Попробую на них сделать. Посмотрим, получится или нет. Антенна многодиапазонная. Давайте соберем. Переделывать из несимметричного диполя. Из своего антенну буду делать Enfit. Бокс использую. Тот же, внутри переделаю коробочку, все это трансформатор намотаю. Одно плечо отрезал, это уже подсоединено, 20,4 метра, точнее 20 метров 40 сантиметров уже отмерил. И кусочек еще на 2,5 метра, ну плюс запасиком на запасом небольшим на загибы и соединения. Теперь надо намотать трансформатор, все это в коробку разместить, соответственно еще катушку намотать. Сижу в сарайчике, мотаю катушку индуктивности. Антенна, в общем, не для ленивых. Вот трансформатор разматываю, сидим. Уже вот 136 витков намотал, а надо 212. Продолжаем мотать. Нашел провод только PF 0,77, соответственно, труба полипропиленовая, отпилил кусок, рассчитал в калькуляторе онлайн, сколько необходимо для 110 микрогенри катушки витков, и вот наматываю. Так, катушка намотана, 212 витков, провод 0,77 по внешней изоляции PF. Сейчас просверлим дырочки для полевки, ну и заизолируем ее. Теперь подключаем к нашей катушке полевой шнур, точнее полевку с двух сторон. То есть это вот основной длинный конец у нас идет и короткий. Вот так вот через трубу, через отверстие. Сейчас спаяем вот эти два конца. И вот эти два конца. Концы запаял. Сейчас мы загерметизируем всю катушку. Замотал резиной. И теперь изолентой катушку герметизирую. Теперь давайте намотаем трансформатор. Мотал трансформатор. Сначала мотаем спаренные два провода. Получается два витка. Один, два. Вот второй. От него идет отвод. И продолжаем намотку. Получается 3, 4, 5, 6, 7. Затем делаем в обратную сторону еще 7 витков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И отвод. Вот такой вот трансформатор получился. Припаял трансформатор к разъему. Соответственно, здесь вот центральная жила подключается к второму витку. Соответственно, начало трансформатора подключается на землю. Соответственно, далее вывел подключение земли, заземление. Ну и вот с конца трансформатора уже подключается к антенне. Вот такая простая конструкция. Трансформатор закрепил клеевым пистолетом, но он и так держится после припаивания к разъему, но лучше, конечно, закрепить. И все отверстия, которые были, загерметизировал также клеевым пистолетом. Конденсатор на 100 пикофарад установить необходимо между центральной жилой и землей. Закрепил бокс Enfit на мачте, на которой у меня антенна двухдиапазонная на УКВ. Пока погода замечательная, сейчас мы оттяжку сделаем. То есть сам основной кабель этот в сторону. И попробуем посмотреть, что у нас по анализатору будет. Ну, предварительно еще надо коаксиальный кабель подключить. Бокс загерметизировал, разъем тоже загерметизировал. Заземление подключил.
Давайте теперь посмотрим, что у нас получится с оттяжкой и настройкой. Катушка намотан основной кабель, ну и двухдиапазонная УКВ антенна Diamond X510. Как оказалось, на трансформаторе один лишний виток был. Сейчас мы откроем бокс, отмотаем, перепаяем и посмотрим, какие у нас параметры будут. Открываем бокс и давайте посчитаем витки. Внутренние считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот у меня 15-й дополнительный виток, который нужно отмотать. Вот такой вот косячок есть. Сейчас мы переделаем. Прямо здесь возьмем паяльником и отпаяем все. Аккуратно запаяли. И теперь идем проверять анализатором, что у нас получилось. Луч вниз туда идет. Закрепил, настроив антенну. Сначала укорачиваем самую длинную часть, настраиваем верхние диапазоны. Ну а затем подгоняем после катушки короткую часть, 80-ку. Раз 5 пришлось попрыгать, от катушки отпаивать и припаивать заново отрезанный кусок. В общем, настроил я ее. Вот так она получилась наверху закрепленная. И вот в ту сторону вниз уходит сам излучатель. Вот такой вот график получается при подключении к анализатору. Резонансы где-то на десятке что-то есть. 2,4 КСВ, 2,3 на 29 МГц. Спускаемся ниже на 23,5, 2,4 на 21 МГц, около 2 КСВ. Далее двигаемся на 14 МГц. График не видно очень близко. 14 МГц, у нас 4 КСВ. Далее продвигаемся к 40-очке нашей. Давайте сделаем полосу немножко поуже. Стоп. 8 МГц. Так, у нас на 40-ке КСВ 1,6, 1,7. Ну и очень острый резонанс у нас на 80-ке. Давайте выберем стоп 4 МГц. И старт 3 МГц. Вот 80-ка у нас КСВ на 3,650, 1,1. Вот такие вот параметры антенны. Антенна работает, но мне больше понравился несимметричный диполь. Возможно, колечки, которые ферритовые с проницаемостью 2000, не очень хорошо работают на высоких диапазонах. И, соответственно, длина антенны же меньше получилась. Соответственно, получается, эффективность ее меньше. Поэтому, скорее всего, это у меня будет временная антенна, а несимметричный диполь я верну на место.